Dzięki. Myślę, że ראיתי הרבה שיחה עם האישה ואשתו אמרו, קל וחומר בעת של החברו. מדרש מבקיד משנה מבקי, אדם מגון דאג'ה זה נחודש תיבול גם לזנת תיבול, זה נהיה מרדום כתי. אבל פה יותר מבקיד רבותיי, כיצד בודקים את האישה הטובה? שכם הדורם זן גיתם בה, קדום נום דור הזן, קד ג'נש נימץ חרושי, קד ג'נש לפלחיה. מסור מדרש של אחד שגירש אברהם מן ישראל לביתו. הלך איש מהם לקח לו אישה מבנות מואב, בשמו עשייה. לאחר 3 שנים הלך אברהם לראות עד ישמעאל. נשבע לשרה שאינו יורד מן הגמל ומקום שישמעאל שרוי שם. מדרש גברית, ישמעאל, אברהם יבוא לסדום הפסדל. פתאום פשול ג'נוזיה. אברהם פשול פרבית סויו סינה. פרבית סויו סינה. נשבע לשרה שאינו יורד. Он дал слово сороба, он не сойдет со слона. Манамефром, намедрамаху, на Тарзгов, не бойся. Я только наведу своего сына и приду. Сара думал, что она будет у Ишмаэля. Он говорит, нет. Эгей Авраам левитов, что Ишмаэль, моцает шем, что шам, что омарла, эхан Ишмаэль. אמרה לו, הלך הוגעים אמו להביא פירות ותמרים מן המדבר. אברהם פריחו את לימוד המוי. שמעת פרשמית. פריחו את דיבור שינה וחוי. כלין וחוי. כלין גדיע שמוי מוקדים מוי סין. הוא גדיע מוי סין, עם סוי ממי פשני פריסטית את הפרוקטי. פרוקטי. אמר לה, אברהם גבר, תני לי מעט לחם ומעט מים, כי עפה נפשי מדרך המדבר. דמי לי משק פקושת, כבדי יחלב, יאו סתבשי. אמרה לו, אין לי לא לחם ולא מים. ומן הנטו, נבדי נחלב. נשאו נטו מזה. אמר לו, כשיבוא ישמעאל, תגיד לו במילים האלו. כדא פרידות מויסין, סקרזי מאיס לבא פרידאי. החליף את המפתן בתכבתך מפני שאינה טובה לך ולא ראויה לך. ומפרידה עם האמוסינו, שתום פמיניאל, פרוק, את הנדניבו, את המוני, את הנחלשות תקועים את פרוק. כשבא ישמעאל ואתו אמרה לו אשתו את הדברים, והבין ישמעאל מה הייתה כוונתו של אביו, ושלח אותו מביתו. Авраам пришел, она сказала, твой папа был здесь. Ишмаэль пришел. Авраам пришел. Он говорит, твой папа был говорит, у нас. Он сказал просто тебе, что поменял отца мой. Какие оно хорошие. Порок. Ишмаэль понял, что я жену послал. Выгнал. Идем отсюда. Дальше он интро. Алхуи имау алхуху ло иша бибида убия. Он начинал в такой, мама послала с ним другую жену и нашла его. Лахар шлош шани нусефот. Через 3 года еще раз Авраам пришел. И скоро еще спрашивает, где мой сын? Он говорит, пошли принести фрукты. Он говорит, дай мне начать что-то попить воды. Трули мад малехем мяд май, каев онохи, мяд уцинатна. Сразу говорит, что дала. Амад Авраам ваяль палель лифняк браху аль бено. Авраам сразу стал молиться, если был в ломбе, за сына. Стал молиться. Итмале бето шил Ишмаэль микольто. Уймон брахот. Ишмаэль получил браху. Фарнаса пул хона хавли хаммеш браху гитак. Кшеба Ишмаэль стиправил ловишто и доварим шею ему вив. וידע ישמעאל שעד עכשיו רחמיו עליו כרחם עול בונים. ראשון ישמעאל, הוא גדול פאפה בולד, סקודאו תגודיה להם,
И он тебе браха караки, то он тебе сели промошу, чтобы тебе было... Он понял сейчас, что папа еще меня любит, как папа сына любит ребенка. Какой папа не любит? Какой папа не любит своего ребенка? Понимаете? מכאן לומדים אנחנו שהבחן הגדול שנתן לאדם לבחון את אישה שעומד להתחתן עמה. אתה לא זנאי, כדי תבוא ז'ניצה, גלמני, שטוב, אתה זנאו, שאתה חושב ז'נה. אתה חושב קרסיביו? שאתה לא בלה קרסיביו, לא פלחאיה? לא שני קרסיביה, שאתה בחרו שאתה בלה. חבר'ה, אתה מחילה, יקת את סבור לך, אני אומר, ואתה כאיסטור עקידת צד במודה כמו שמואלה פטורש בלגי. Только когда он его отправил, он будет... Они пошли вместе. Ишмаэль, Исхак, Бе... Илозар пошли. Да. Исхаку было ему тогда 38 лет. Это хорошо. 13 лет старше. Ну сколько будет ему? 57. 50. Потом пошел. А как он мог ему, к нему домой пойти? Почему же нет? Он приходил к нему? Когда? Когда я послал его. Через 3 года послал и пришел. Ну, первый раз, когда он пришел, что ты, стихов придет. Стыковка, не стыковка. Главное, что хочет нам сказать рабай? Чтобы жену правильно найти. О, мне это не касается хода, когда он просто хорошо. Главное, какая жена считается хорошая? Он говорит, а им рауя и лоло, взяла ладеши, вахну там им ги, о хеви дахниз, орхим баин яфа. Мы учились в Мишнабе, чтобы твой дом был открыт всегда. И потом еще, чтобы ты занес бедняков давать охот. Какая жена называется хорошая, которая она готова завести людей дома, дать кормить. Это называется жена хорошая. А фактически вы говорите, что иногда, что моя, например, жена, если дома сидит одна, где не может прийти мой отец. Почему нельзя? Она же женщина, ее это сына жена. Хай. Можно сидеть. Конечно. Дорогой, дверь не закрывать, можно сидеть. А дверь не открывается? Да. Не закрывает. Да. Да. Ключи делал, воду попил, ушел. Нет. Вообще, да. Он правильно говорит. Он правильно говорит. Вам нельзя. Понимаете? Что нужно сделать? Что одно было, и худ не было, и худ это... Да. Соединение. Да. Открывать дверь. Значит, открывать, чтобы замок не было. Любой может зайти, это уже может сидеть, тем проблем. Сейчас мы научились это, главное, что главное здесь, чтобы женщины чмитанг на больше. Зарика чмитанг дора, она жадная, это не женщина. Это не женщина. Это мнахамовит. Зам боят чмашин больше. Кеки на биоряга боят зан дарого прием куда. Да. Понимаете, Шмель, поэтому он говорит. А? Шмель имел не одну жену уже. Да, это теперь второй. Узбека можно делать. Окей. Виюан имели бетеха, альтербет сихай маша чевтимо, что в твоем доме было много аниим, пока ты не ищи. Пока ты все есть. Ищи бедных, кому дать кушать. Бедные искать. Второе он говорит, жена много не говорит. Маран Ахида катав лавер, это смехот тахила мишна, ви йо аниим бене бетеха, лам жиха мишна, ваал тарбе сиха им иша иша. Спрашивается, почему Маран Ахида пишет, сперва написано, что принеси людей, они, бедные, потом написал, женой не говори. Почему не наоборот написал? Шебуа хахамим зал, шело итяэз им иштаха бейняна бад анихим. Никогда о жене не спрашивай, бьорама они, на бьорама они.
Принести того мне это бечерный принести. Чего? Кианша и на цара бурхим. Зена чмаш танги. Всегда нет, скажешь. Понимаете? Но это разжженный чмаш танг. Чмаш танг. Лахэль им есть ссоры, лазмин урхим, лебето. ויש חשש שאשתו תתנגד לכך, יש לו להכניסם לביתו אף נגד רצונו של אשתו. יסתזנה אשתו חוזר שבות ממאון ביו, עוני, ידיגר אותו ממאון ביו. זנה נחוצ'ית. קם לי בוישז, שלום בית דרזת, אילי זנסתי את עוד של הרקע. פה נמונן. תודה. שתו וזיל ריבר? שלום בית. אה? שלום בית, שלום בית מפתיע גל, המצוואים, מה הם עומדים? עומדים לסושה שלנו, אוסור. פתאום שמי נזנאים, ככוי מצוואים מדלנו כזה מזוות יולדיק, פשוט כמי פקושת, ביג דיל, פקושת, שאו בודית? ניצ'ו. שאו בודית, חי עדים כולשכח, פשלה. לכן אם יש סור יוזמין, פתאום גברית, ודומה, הדבר למי שרוצה להניח תפילין ואשתו מסרבת לו, וכי יעלה על דעתך שישמע בגלל זה, שלום בית, שלא יהיה כתוב לחודש פסטה את תפילין, שינה גברית, נסתף. יסבו שתה את שלום בית ניבוד דיוס תבואי. כך בודו, בוד תסתה את תפילין, בוד תסתה את. בודו. בודו שאתה כל שגרית. שתו תקוע דיוס תפילין, סתה, יש מסוד יולי, זה נסית שלא דעתכו שאתה עושה את מצווה, כך הדבר לגבי הכנסת אורחים, שגדולה יותר מהקבלת פני השכינה. לושי זרמיסטי בדניבה, את הבול שטיפול שיש, שם זרמיסטי בסיבו שם דמו כתבי. כשאתם מנזניים, מנזניים כשאלני, פרימטי. כמוכן שצריך לבעל לעזור לסיים לאשתו, במצווה זו, דה, כנשנה, פריבודש, לודי, помоги жене, на все не бросай на нее, помоги, чтобы было легче. У Маасеша я болел Хага Сукот, дофек бетоше ровен иш аним. Говорят, Маасе был такой случай, Сукот, один пришел и стучится. У Бекеша Тарьях и Слоба Хаг, он говорит, если можно, я вас буду на Сукот к вам буду. אין לי מקום אחר לאכול ולישון. הוא מנהנת ומסתה כדי הוא קושר לפספת. רעייתו של ראובן לא רצתה לעורך את העני. זה נהיה ראובן ותגיד נה. מה אני אומר לך מקרוב ביד רעי? נחדשויה. וידע ראובן שאם יכנס את האורח, יגרום הדבר לקצת בטיחות ביתו. הוא בא לשאול את הרב יצחק זילברשטיין, שליטה. האם בכל זאת להכניס את העוני, או שם מהגדול השלום ולא ייכנס אל האורח. רובן, פתק עם מאחוז נביון שוקנא, עומדק פשר הבית, פשוק רבייו, ספרסית, בני, קגבית, שלום בית דרזק, אילי זה נסתי את שלווק השינוי אמת, נתן אותו פרולקו. ויינו. ויינו. ישיב לו הרב, ששמע בשם הרב הקדוש מרומנוב, שאפילו אם יבוא לא מחלוקת עם אשתו על ידי הכנסת אורחים, לא ישגיח על זה, משום שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אוקיי, ג'וני חלפיש, יסלושו, ודנובו רבי בת שובה, עוז כזל, זוויסטי, בדנבה, את הלוצ'י צ'ן זוויסטי, שמישתם דמוי. הוסיף להעביר ראיה לזה מילות שקיבל אורחים מביתו את שני המלאכים, אף על פי שאשתו התנגדה לכך, לוטבה, לוט, לוט המלאכים עומדן, רצה לי את הפזל פז'ר, אני נזנה של המלאכים, אני נזנה את דומה ללודי, שזנה אני חדל שאתה עומדה שלה, לא נגיד, נתן לי נסתי, או נוסו זו עברום לשנה, שלא נוסו שאתה בזה, וסתי אורחים, жена не хотела.
ראינה כך שנגדה שעליה גילתה לכולם על דבר אורחים. ענה פשטה סקזה להם שתו נס נחו יצא גוסטי. פתאום תראו את פרישי דמוי, חתיר אבו, ובי. לכן עוד באותו לילה התכווצו כל האנשי סדן המצביב לביתו כדי לפגוע בה. פייתם לו דפרישי חתיר לי איך ודרי. לפקנצה גנצוב, זרילות. נמק שווה. ענה נמק שווה. נסולי פשוט. да ту 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 хамсони карди от тебе наказанти одам се должен се да знаат кога ме дом находите човек кој приходи куќ ко мене е должен его сколку обожат люби што он ми зел ба што е дел он ми за мене зел хесед зел но и да не знаем ето ме доме ето да ли сар пас сос бео тоа хашо е тоа но поэтому нужно гордиться. Вопрос можно? Да. Какое-то противоречие сейчас идет. Вот вы говорите, сейчас жену спрашивать не надо, привезли гостей. Предположим, у мужа, папа или мама, только одинокий, один живет, уже тяжело ему. Тора говорит, спроси жену, если она согласна, только потом приведи его домой, или ее, или папу, или маму там, если она согласна. Если она не согласна, не надо приводить. Как вот здесь тогда? Окей. У вас и папа есть, дом есть у вашей папы. У него дом есть, все есть. Нет, он тоже рент снимает. Все равно. У него есть место есть спать. Okay. У него кушать есть. А это мемон нет у него. Он приехал с Израиля. Он сам не справляется, он сам не справляется. Мне дали, это вопросы дали. Когда я говорю жене, мою папу, маму, то она говорит, да, слушай жену. Чего? У него есть место. Ты можешь взять обход, дать ему туда пойти. А мемон куда пойдет? Понимаете смысл? Он на Дора. Приехал с Израиля. Софа. Нет у него то. Это другое дело. Понимаете? Вай по другому Дора, дыга ходит. Валаш ходит. Там тоже такой же проблема. Если я буду уважать папу, маму и моей жены, она будет уважать папу, маму и моей. Если я ненавижу его, она тоже будет так делать. Это от меня зависит. Да, это написано. Да, это написано. Алоха и давал, алоход. Что папа остался без мамы. Ему примерно 90 лет. Он говорит, сыну, сыночек, возьми меня бет-авод, где находятся старики находятся. Сын говорит, нет, это же. Нет. Он говорит, сыночек, я хочу бет-авод. Папа говорит, сын говорит, нет, Джон, ты мне будешь, меня будешь жить. Какого слушать? Папу слушает или будет слушать? Вы говорите? Алло. Кого слушает? Папа слушает. Папа говорит, не возьми на старого Ирхона. Он не хочет быть добрым, наверное. Сын говорит, матерей брану. Тора говорит, папа прав. Чего? Чтобы дом не было проблемы с женой. Но если жена разрешает, тогда ты имеешь право его взять с собой, не ставить туда. Но в вашем случае, у меня папа находится, написано, что если ты хороший сын, старайся своей папе или маме взять дом возле тебя. На том это этаж. Он там, ты там. Потому что, чтобы с женой не было проблем. Ты можешь зайти, выйти, дать ему кушать, наблюдаться, не понимаете? Но сегодня, в наше время, держать папу, маму дома, это большая проблема. Чего? Эти наши жены, Боже, Элоэм, но Ахдот Дур. Они ничего не признают. Понимаете? Второе. Тоже удобства нету. Один комната. Один туалет. Тоже она хочет быть, примерно ходить в дома, ходить в школу, пчелков. Если папа находится в зоне, как будет ходить дома? Когда в Бухаре это было, папа был во дворе, в этой комнате, она в этом комнате была. Там было, возможно, да. Здесь невозможно. Понимаете? Ходит. דיומש חוזר את זה, חונם באותו גילה אגב, ותולה פתור מודר שבו לא מונה, יכול להיות פה אין שינה. פרימנטי, פרימנטי, אגב, פעם דבר אבל. אגב, אמנם בחוזיר, חוזיר, אגב, זנת חויה. זה לי ירד שמיים, סגדן נלם בגו. הוא מדונה כי חוזיר, ירד שמיים, אז נאי שתו קאזי מסבור שלה, נדיר את הפאפה, דיר לי, אני אף תרואי מי זה רבטוי. לא שאלה כתורי נזנאי, אני חוזיר, חוזיר, ירד שמיים. Поэтому Илам Ягом Март Азан Намон Илам. Когда папа умирает,
Это еще хорошо, когда жена остается. Жена себя может, да. Сама себя. Понимаете? А наоборот, если кто, когда жена умирает, муж остается, все, он попал в большую дилемму. Он не может делать ничего. И даже может, он не хочет делать. Женщина уже, она так родилась, у нее автомат. Идет бар, идем шеи, помши, она хой на хой, она делает. Мардин Горан на карде. Для него мы говорим, но он умухром, то он хлоп. Кто будет своего здесь там? А потом, я извиняюсь, конечно, значит, вот этот теплый дом тоже открыли здесь для стариков. Это как-то правильно, значит? Это хорошо. Да. Это отлично. Ага, чем-то занят полдня. Ага, да. Но я ходил. Они вперед больше нога. Это хорошо для них, это очень. Это Америка, большое спасибо Америке. Да. Он день, это не они, это Америка деньги. Да, да, да. Их держит. Там проблема ходил. Эти старики больше не дают, если знали бы. Каждая минута дорога сегодня. Они приходят, что делают? С утра, 8 часов приходят, тара, тара, тара. Как-то надо им заинтересовать. Возле к нам. Там копейки имеются, они кидают копейки, да, там да. Это... Автомат. Потом это... Потом женщины там поют, танцуют вместе. Они не знают, что кажется это. Да. Ов нахари. Я просил, но слушайте, когда женщина поет, мордой бронетон, докрой, 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 докрой. Мордой говорит, он не может нас слушать женщину, понимаете? Или женщины танцуют там. Или там они мужчины и женщины дают, там делают физзарядку. Это все хорошо. Держите, хотя мясо кошерное, все хорошо. А здесь не кошерное. Понимаете? Поэтому, Оля, мой рабай говорил, как можно узнать, когда находится бед-авод Пирхонова, где находятся старики. Откуда ты знаешь, что он еврей, он не еврей? А, Рафаэль? Понял, да, забыл тебя. Как ты узнаешь, где старики дома сидят там, старые тесты? Когда он кушает баху, говорит. А? Как разберешь, евреи, не евреи. Да. Мизуза дома есть? А? Мизуза есть? Не, не дома, это в этом. Дом престарелых. Дом престарелых. Дом престарелых. Там все черные, бухарские, русские, абарбанские, макавские, макавские, все равно говорится. Откуда я знаю, что... Зашел ты там, примерно 50 человек сидят там, за столом. Откуда знаешь, кто из них? Все побриты, все такие. Кто? Как ты узнаешь? Никак не узнаешь. Мой рабай говорит так. Люди, которые находятся, что они делают? Берут стул, приходят возле стекла, зеркала. За окошко. За окошко. Смотри. Один, два, три, четыре машины прошло. За 5 минут. Дальше он смотрит. А еврей, который учил Тора, он берет свою книгу, читает. Да. Поэтому если мы с детства будем Тора читать, да. Завтра в старости не будут сидеть дома, сидеть вот так. Ты будешь такое лучше читать. Но, к сожалению, наши старики не понимают это. Я проходил туда уроки. Я дошел урок, там все спят. Кому дают уроки? Никто не служит тебе. Вот Вики Агар, человек, который был другим Торопа, и придаешь ему дорогу, он что-то, он знает, что это Тора для него. Это для него это Улан-Аба. Понимаете, Жеремин? Не понимаю это. Поэтому же сегодня готовиться, учить Тора, чтобы завтра будешь старый, дом будешь сидеть. Так что вот эти люди сидели. Продолжал. Сегодня Бору Хаше имеется компьютер дома. Можешь Тору читать без конца. Без конца. Можешь сидеть без конца читать Тору. Слушать Тору. Чем? Вот телевизор, футбол, новости, там, что там, другие темы, не дай Бог. Кино, бедовский кино. Все это вранье, это все сказки, все это сделано. Что-то подделано это все. Настоящий еврей до смерти. До смерти. Я работу начал с 8-й билдинг.
это был его, он старый, он уже вот так, но это идет вода. Слюнечко. Его сын покупал такси, каждый день его приводил, каждый день, не знаю, почему приводил, почему не дома, приводил, и рабая, рабая давал урок, он так сидит там, он так сидит. И он читает, он говорит, пускай, мой папа, говорит, не понимает, но его ничего не понимает сейчас. Понимаете? А мы сегодня свое время тратим, которое мы говорим, сегодня могу я. Да. Что-то сделать? Что-то делать, Тора Хондамба, учение Тора. Да. Для меня это стоит миллиарды, стоит миллиарды. А мы это время проводим себе, телефон, чек-чек, новости, новости, когда можете сидеть, заниматься Тора. Окей, поэтому он говорит здесь, если хочешь любить Митсуд Масим Товим, дома заведи кого? Урхим. Улмай бечора. Улмай бечора. Алтербе, алтербе сиха. А мишна умеда, ше эйн арбод сиха им айша, вишма давка им айша эйн арбод сиха. А валим говорим, мутал арбод сиха арезе. Мякинарим ше ла Тора. Винкен, гам, шар бене адам. Эйн арбод сиха. Тора мнеки, занкти гам на зан. Значит, хай можем... Мужчина говорит, когда мужчина может говорить? Когда они Тора учатся. Но если сидят только на улице, сидят мужчинами, какой толк? Какой толк? Он нам говорит, что Барру Алпия Маасеча, который был Йосеев Хаим, Басифрио Хазде Авод, Маасе Бахахам Эха, Шая Йошев Бахадро, Осек Батора, Вая Бахадро, Ашени Асамур Лахадро, Кубуца Шер Нашим, Вейша Эхад Хайтад Дабранид Мео, Хатра Бен Шхам Мкиим, Один человек сидел в своей комнате, читал Тора, а это в комнате все женщины. Там у них одна женщина была, которая знала целый день. Она говорила... Покушка. Не останавливаться. Он говорит, не могу я так. Оставил свое учение, пришло к ним. Кам хахам, брехнас дахеда шалаем. Амар лаем хахамим амру. Асара кабин сиха ярду лаулам. Тиша на твой ночи, вехат кола влам куло. Он говорит женщинам, 10 кувшин создал Всевышний. Говорит, 9 взяли женщину, женщины взяли, один взял весь мир. Говорит, болтает. Ваат квар габартит кола тиша лахим, шели нашим. А ту, ты закончил все 9 кувшины, сколько ты говоришь. Ты нехнася от чашмид бахелько асири шел говорим. Ты заходишь сейчас в границу, мужские границы, ну говоришь ты. Иша говорит, она была умная женщина. Вот омарло, маешь таха бахах шааниг магамарти, эт кола тша халаким, она шим нехнася бахелек асири шел говорим. Хи беглазе они некрет азданит, али ахелек, Шир говорим, шая гам для нашим. Она говорит, дону будак за нака. Он говорит, почему тут миандром? Зачем ты пошел сюда? Я говорю, мы да, говорили, даже мы сказали, больше сказали, чем это взяли мужчин, что мы называемся, мы воры называемся, магазан. Амар ло хахам, маду ва думелет, шейнха гузелет, михелега ашири, шейнха говорим, варе эйна нашим, эла тиша халаким. וכיוון שאין מודה שגמרת את שעה, חלקים נכנס לחלק השני, הרי זה גזלנית. רבי גאית, גזלנית, תודושכה, תשעת השור, גבריש, תודשעת כתורת דוזים מושיני גברית. תצבוי דיוד קונג'ו, תשעת השור שעת נדיסת הכובשין, תנא זווי שעת דוזמי גרגים. ותאמר לו האישה, אם אתה חכם, צריך אתה לדגדג. בדברי חכמים שאומרו, 9 נטלו נשים ואחד כל העולם כולו. ולא אמרו, ואחד נטלו נשים. הכתוב דונו בושי דום לא בושי אגב, נפיס נדיב דלי ג'יישן דלי. הדין דלי שאומרו. ולא אמרו, ואחד נטלו נשים. כיוון שאמרו כל העולם, נמצא שהחלק העשירי
שיתופים בו אנשים ונשים ביחד. Он там не говорит, что мужчины взяли. Десятый сам сказал, что весь мир взял. Весь мир находится, и женщины, и мужчины находятся. Какой ты хахам. Шаре бахола улам куло, куло логам анашим. Немцеем ламадим. Шаим они нехнес, нехнасы бахелек ша ашири, ашири. Одену мечтамеш бешели. Я ахелек ашири ху мшутав лекулам. וכך ניצחה אותה אישה את אותו חכם. זנה גרה מורדק. תקי, טוב תקי נוטה. דוחמש, שקדוש לו וסמיר זהו. וסמיר תהי יב זהו. יענה שבי פרדים של גברית. עתיד שו. לפי זה מובל הבן איש חי. מאחר שאנשים ואנשים שווים בחלק העצרי של הדיבור, בא עתן לעורר את אנשים המיעוט שיחה. לכן אמר בלשון מי ניצח. אל תרבה שיחה עם המשם. ואתם משחקים גברית, דאז'ה תימד דל תוקח עדין כובשין גברית, יאי דבל. דאז'ה בדין כובשין תתבואי שעוד, תתניתי, תורשית אפשר, אז בליץ נפשם, דיבור, גב את הדם. ואתם אומרים, זנקתי נגברים, פירוש, אל תרבה שיחה. לא רק בתשעה חלקים שהם של נשים, אלא אפילו בחלק העשירי, שהוא משתף, אלא שעה, אל תרבה. וזה רמז לאדם שימהר השיחה עם כל אדם, אפילו עם אישה. עצות נעשים את הסקרט, דאז'ה דיסייתי כובשים את התבואי בסמיר, תנתור שיש איש נכון את זה. דאז'ה בטן סלוצ'י, סטרס ג'נשתי, מי שגברית. שם את הבס, זנקתי אפשר גם לזן. זה נוכלל כלי שאו. בדי דאז. روز گاو زیگر امید زن تو دونو گیرم دور رو چوه؟ خوزی من میخواد تو را خونم من رفتن نیمونه چوه کتو بینه وقت تیوی نمید چوه گاو زدی اخوتا خور بزدارو گره خودا گریز درس نام دیگر و اجنا زیلا تیبه ازا تیبه چوه گیرم دور رو دانو جا گول جنوی دانو جنوی یو داد تیسامی پس پخوالی دیو Дать нужно дать внимание ей, но когда не за счет Тора, после Тора проходи, говори.